Всем доброе утро. Котеечка вот моя уже крутится, хочет кушать. Разбудила меня. Белочка, белочка. Идем сюда, белочка. Глазками сверкает. Да. Хочет кушать она. Хочет кушать с утра уже. Не успокоится, пока я ее не накормлю. Да, котеечка? Да? Красавица моя. Ну, пойдем. Пойдем, кисочка. Вот она ведет меня на кухню. Да, ведет на кухню. Ага, ведет меня к холодильнику. Угу. А чем же я ее накормлю сегодня? Корм у меня уже кончился. Даже не знаю, чем накормить ее. Ой. Сейчас что-нибудь дам. Вот она. Вот она здесь носится, носится. Да. Не, кушает она маленькая. Сейчас я позавтракаю и покажу, что подарили мне на день рождения. Вот у меня капучино. Вот такой вот, балийский. Одно яйцо, яичница, из одного яйца. Бутерброд с сыром и с маслом. Я его подогрела в микроволновке. И вот фрукт. Змеиный глаз называется. Вот так вот он выглядит. Это косточка внутри. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Ну так, что мне подарили на день рождения? День рождения у меня было 20 февраля. Мы были на Бали. Duty Free. Муж мне купил вот такие духи. Французские, Нина Ричи называется. Вот. Луна Блазом называется. Стоят они $75. Мы их взяли duty free, поэтому свободно могли провести их. Ну, вот такие вон пирожные тоже купил там duty free. Старшая дочка мне дала $200. Вот. А младшая мне тоже подарила духи, но я их побоялась, что не смогу вывести. Вот я вам покажу изображение. Вот такие духи тоже. Французские духи фирмы Живенши, какая-то новинка. Вот она мне подарила на день рождения. Ну, я их потом заберу, или муж поедет вот в марте, или я сама съезжу, или они приедут погостить. Так, на работе Света мне подарила вот такое полотенце банное, огромное банное полотенце. И подарила мочалку для душа, очень удобная. Она такая легкая, невесомая, можно ее даже с собой брать, удобная. Вот видите, вот она какая вот, вот такая мочалка. Мне очень понравилась она. Рабига мне подарила, это моя подруга, вот такую шкатулку, чай, музыкальная. Вот. Видите, вот такая шкатулка. А там внутри чай. Еще одна подружка подарила мне, приятельница, вот такие конфеты каркунов. Вот. Внучка подарила вот такую вазу. Я ее уже показывала. Балийская ваза такая вот. Красивая. Мне очень нравится она. Вот такая перламутровая. Видите, какая красота. Там разные были вазы. И были и круглые. А мне вот лодочкой понравилась. Она стоит 100 тысяч рупий. Затем дочка младшая у меня ездила на Шри-Ланку в январе. И оттуда нам привезла гостинцы.
нашему папе она привезла вот такой джемпер. Вот серый, вот такой теплый. Как раз вот такой цвет, который он любит. Серый, не марки, вот такой. Так. Потом я ей заказывала чай. Как вы знаете, Шри-Ланка это бывший, ой, то есть не бывший, а это остров Цейлон. Там чаи очень хорошие. Вот такой чай она привезла. Вот черный чай. И такой, видите, вот пакетики. Очень симпатично выглядит. Вот такие конфеты тоже привезла со Шри-Ланки нам в подарок. Вот. Вот такого слоника. Я ей заказывала, попросила что-то из сувениров. Но она мне вот такого слоника симпатичного вот привезла. Потом вот такие свечки. Вот видите, какая красота. Вот такое сладкое печенье или трубочки какие-то сладкие вот такие привезла. И вот такое вот печенье. Оно острое печенье, как крекеры они, с перцем чили. Вот такое печенье. Это мои подарочки, то, что мне вот подарили. То, что вот дочка мне привезла со Шри-Ланки. А вон кошечка моя сидит и наблюдает за мной. Белка, белка, кс-кс-кс, белочка, белочка. Она сейчас покушала, сидит вот довольная и наблюдает за мной. У нас такая чудесная погода, настоящая весна. На улице плюс 14 градусов. Представляете? Сегодня 2 марта, а вот такая теплынь. Вот я иду мимо Сулпака. Дальше Феркан. Ну, я вам уже показывала обзор Феркана. А дальше открылся новый филиал от супермаркета Смал. Скиф. Вот даже вот там видно уже написано. Мы открылись. Вот сейчас я иду туда первый раз. Хочу кое-какие продукты закупить. А то мы приехали с Бали, и у нас, можно сказать, что шаром покатил дома. Вот так я иду, иду. Сейчас посмотрим, какие продукты там есть. Ассортимент совсем маленький. Вообще здесь. Там сладости. Хлеб. Также здесь как в скифе вот выпекают хлебобулочные изделия всякие. Надо взять. Здесь вот молочные продукты, сметаны, всякое разное, творог, биос, йогурт 400 тенге, Даниссимо 215, сыры разные. Вот это, допустим, сыр стоит Король Артур 1307. Вот этот сыр голландский 768. Ну, так же, как и большой скип, но выбора здесь, конечно, мало. Маловато выбора здесь. Это яйца. А 320 яйца. Мало воса всякая есть. Вот такая кимовская. 1815 стоит. Селёдочка. 495. Майонез 145, 155. Хорошо, что есть китикет по 65 тенге. Вот я хочу взять свои кошечки. Вискас по 87. Так, вот надо взять с индейкой. С курицей возьму.
И вот с рыбой. Вот. Салфеточки всякие. Выбора такого нету. Вот масло 430, сунтан 155, там арзу всякая. В общем, вот такой вот кан. А здесь уже китикет по 80. Ну, здесь выбора, конечно, побольше. Хоть и немножко дороже. Колбасных изделий есть. Конечно, большой ассортимент. Вот фарш, курица, майонез. Короче, выбор здесь намного больше. Раньше здесь были овощи, сейчас кто-то их убрали. Здесь вот мясная. Ну вот здесь молочка. Цены такие же, как там. 265 простоквашино. Яйца. И тут яйца дешевле, по 28, там по 32. Ой. Кефир. 255. Вот. Овощи тоже. Что тут у нас есть? Авокадо 2700. Манго 1800. Хочу себе выбрать торт. Завтра мы хотим сходить в кафе. Не знаю, какой торт взять. Вот такой бисквит Чардас. Может, его взять? Сколько она стоит? 2070, что ли? 2070. Вот такой еще есть. С посыпкой такой. Тоже примерно так же стоит. Даже не знаю, какой торт выбрать. Потом вот такой есть, йогуртовый. Он 1840 стоит. В общем, тут выбор такой огромный. Вот такие торты, йогуртовые. Санта-Крус 1955. Карпаты есть 1840. Вот сейчас я что-нибудь выберу здесь.